Челябинск-Стат сказал, сколько мы должны тратить, чтобы не голодать. Стоимость потребительской корзины в третьем квартале пересмотрена в сторону увеличения. Для работающего населения ее оценили в 4876 рублей. Для пенсионеров в 3900. Траты в месяц на ребенка минимум должны составлять 4917 рублей. В среднем минимальный набор продуктов и промтоваров подорожал на 86 рублей. Добавим, что к стоимости потребительской корзины привязан минимальный размер оплаты труда. Следовательно, рассчитываются разного рода пособия.